Таиландский бокс, К1, ММА – теперь все это не просто слова, которые мы можем слышать на спортивных телеканалах. Это боевые виды искусства, которым обучают в Баранычах в спортивном клубе «Тайфун». Расположился клуб в спорткомплексе «Динамо» по адресу улица Кирова, 69А. Сегодня обучение в «Тайфуне» проходит в 5 группах, причем возраст обучаемых от 7 лет и старше, как мальчишки, так и девчонки. Стоит отметить, что обучение проходит не только молодежь, но и взрослые. Несмотря на то, что клуб довольно-таки молодой, в его копилке уже немало наград. Побывали представители «Тайфуна» и в Минске на Кубке Республики по такому виду единоборств, как ушу саньда. По итогам соревнований представители Баранычского клуба вернулись 2 первыми, 2 вторыми и 2 третьими местами. А участник клуба Александр Дрик выполнил мастера спорта. Несмотря на то, что как бы мы недавно открылись, выступая уже... Побывали на многих соревнованиях и местного масштаба, и международных. Не было еще таких соревнований, чтобы мы не привезли наград. То есть медали разные категории, есть и золотые, и бронзовые, и серебряные. Это больше, наверное, не приоритет медалей играет роль, а то, что мы ездим, дети набираются опыта. И видно, что растут с каждым годом. Ну, с каждым днем, точнее. Стоит отметить, что большинство детей, пришедших в спортивный клуб «Тайфун», начинали изучение боевых единоборств практически с нуля. За короткий период тайский бокс стал для них, можно сказать, родным. Сейчас, глядя, как они занимаются в спаррингах, и не подумаешь, что на обучение у них ушло меньше года. Я занимаюсь этим видом спорта 5 лет. Учебе это не мешает, и мне нравится приходить сюда заниматься спортом. Я участвовала в Барановичах и участвовала в Могилеве. Я выиграла в Барановичах золото. Таиландский бокс давно развит в нашей стране, и нам действительно есть кем гордиться. Алексей Игнашов, Андрей Кулебин, Виталий Горков, Василий Шиш и многие другие. Теперь у барановичских мальчишек и девчонок есть отличная возможность проявить себя в тайском боксе. Причем для того, чтобы заняться этим видом спорта, особых навыков не требуется. Достаточно просто прийти в «Тайфун» и попробовать. Ведь девиз спортивного клуба – любой может быть первым. А главная цель клуба – это физическое развитие молодежи. Таиландским боксом я занимаюсь уже 2,5 года, мне очень нравится. Начинала я в доме школьника, но потом перешла в классический. И вот это вот 3-й клуб, в котором я остановилась. Мне здесь очень нравится, тут дружная команда, хороший коллектив, как и тренеров, так и наших вот воспитанников. Все мы очень дружные, веселые, озорные. Занятия в спортивном клубе «Тайфун» – это не просто обучение боевому искусству, это физическая и моральная закалка, воспитание духа бойца и развитие стремления к лучшему. В повседневной жизни применять свои навыки мне не приходилось, но тем не менее это очень хороший способ повысить свою самооценку, повысить свои физические качества и свои моральные какие-то ценности. И неважно, где именно придется применять полученные в клубе навыки – на ринге или в экстремальных условиях в жизни – главное, что после любого удара ребята всегда будут готовы подняться и идти дальше.